она зафиксирована. Ясно. А вообще как? F1, а не, ну да, F1, F2. Нет, здесь это не работает. Только вот настройка графики. Мы уже подходим к 3. Да, здесь могут сидеть, да. Слева там кто из наших лежит? Я уже. Все, хэви убить. Не, он еще бежит. Про поле бежит, что ли? Не, вдоль дороги слева. А дороги по полю кто бежит? Вдоль меня бежит человек. Вдоль дороги я по полю, но сверху это получается северо-восток. К ответвлению грунтовой дороги подходит кто-то. А это кто? Вот тут Карыч. Мёртв? Нет, почти. А РПГшник кто у нас? Я. Карыч. Понял. Я вперед немножко прошу. Попробую с РПГшки шарахнуть. Учтите, нас скорее всего слушают. Да, 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 да. Это поэтому просто... много информации не сливаем. Просто идем атакуем. Выигрываем. Пошли сзади. Понял. Аккуратнее, там на горе, скорее всего, может быть. Грохнуло одного. Блин, сетка. С первого раза, скорее всего, не получится сжечь. Хотя он ту жопу попробовал подстрелить. Я сейчас стрелять буду. Давай. Блин, забор. Беготня какая-то около магазина. Около дороги рядом с магазином. Принят. Там, где развилка. Перекресток, короче. Ты что, метку поставил на себе? Да, рядом, короче. Убил он. Принят. Кто-то... По-моему, около Урала сломанного внутри во дворе бегает. Так. Я попробую быстро пройти. Давай. У меня сычево есть. Я могу с этим.
Можно. Тут только меня не ушатай. Вот там бегает этот КамАЗ, это ты? Забирай, ты тут на крыше. Америкос. Точно? Точно Америкос. Бай. Бай, это мертвый. Зацепил. Пацан повис. А ты еще на КВХ не выходишь, жмы. Я? А вот там знаешь, я, короче, я побежал, нет, я на спауне заспаунился, вылетел, ну. Еще раз зашел, пробежал по дороге, меня кинуло снова. Я как? Зашел снова на сервер, заспаунился на спауне, а там, короче, трупов огромное количество американцев было. Я попытался ЭМ-ку, трубу взял. Вот, подожди, побежал... они сошли, я понял, откуда они. Они, короче, спаун видел, но через спаун у нас же ехали, я понял. Судя. Только я не понял, почему они моего бота не убили. Подожди, не было, мы всех убили. Подожди, Паша, это ты в поле, что ли, бежал там? Чего я подбегал? Но нет, мы... издалека нет. Мы с Азардом увидели, как лобчик. Убил Эриксара еще. Только то, что он за щиты забанит, короче. Но. Еще у Каркарыча больше нету труп. Снарядов больше нету. Ну ладно, нам нечего тебе взрывать, только всех убивать. А надо. Тут туман все еще есть. Взрывчатка есть. Да, все, Катошка, даже за щиты баним. М136-х 5 штук есть в этой машине. Побежал на этот, на по дороге со спауна, меня выкинуло. Я зашел заново, заспаунился, а там, короче, трупы валяются, меня заспаунило в этих трупах на спауне. Нет. А вы, как я понял, на спаун приехали и убили всех ботов, мы да? С дороги, да. С... Ну, получается, за спине у нас залез пацан. Я не специально. Все с тобой понятно. Да, может, вы не добили бота. Забота, без, забота без, зашел. Без просто. Сознания лежал он. Да просто Катошка за бота перезашел, и все. А, ну да. Фу, бан. Иванчик там вообще без рации, ничего не понимает. Он, я не знаю, кстати, это он меня убил или... Меня свои убили, когда я на базу бежал вот сюда, помогать вам. Подожди, а ты откуда бежал? Я бежал со спауна. Походу тебе гон запрещен. Меня Азард убил. Азард? Ну я не знаю, мы кого-то в поле с Азардом гепнули. Тупо зябля, к ней меня с калаша убили. Ну да, с калаша я стрелял, потому что там трупы лежат, и он с трубов поднял калаш. Ну еще они долго так сидеть будут? Ну... Каркарыч вообще действия не предпринимает, он просто лежит, он заснул там. Он там землю нагрел и лежит, отдыхает. Он это, перышки свои чистит. Да, он да. Он через землю видит все, чего? Ну он хотя бы кочегар что-то делает. Может сейчас маслину от Азарда сварит. Если кочегара убьют или Азарда убьют, то миссия офнется. А, тут один типа человек? Да, живет. Если один остается в живых, то все. А, да. Это у Азарда позиция, конечно, 10 из 10. А тут шлем вообще спасают от пулик, не? Такое. Но если с километра, допустим, шлем попасть, если там пули совсем фигово лететь. Попробуй попасть. Ну я-то верю, что попасть можно. Ну, я не знаю, вот он, вот М24, скорее всего, шлем спасет от нее. А так хитер. Сейчас кочегар Азардом убьет. Не, Азард не высовывается. А, не высовывается. Ванчик мне тут в папку, короче, плагин засунул, он на метку стал. А я, короче, у меня ТС установлен для Arma Project, Arma 2-шного. Там же другая версия для тушинской рации нужна, вот. И, короче, у меня этот ТС, у меня почему-то плагин на ту версию ставился. У Азарда на время, что? Азард гребень. Победа, РФ. Ну ты лошара, Азард. Да как они меня видят, я их не вижу. Азард еще и меня убил, пока. Пошел ты, нечто.